2 июля в Монако состоялась церемония венчания князя Альбера II и спортсменки из ЮАР Шарлин Уитсток. Невеста была одета в шелковое платье от Джорджо Армани с 20-метровой фатой. Его украсили вышивка, кристаллы Сваровски и камни цвета золота и платины. В тот же вечер в честь королевской свадьбы были организованы ужин и бал. As Robert Frost says, when he in his wonderful poem, "The Road Not Taken." Роберт Фрост в стихотворении «Неизбранная дорога» сказал: «Две тропинки вели в лес. Я выбрал ту, что без следа. И это изменило все. Шарлин, спасибо за то, что ты шла по той тропинке без следа, где я смог встретить тебя и связать свою жизнь с твоей». В Монако существует легенда о родовом проклятии королевского семейства Гримальди, согласно которому ни один брак в этом роду не будет счастливым. Проклятие якобы наложила в 13 веке фламандская женщина, изнасилованная кем-то из рода Гримальди. Еще в 1982 году вспомнить о давнем сказании заставила трагическая смерть матери принца Альбера, кинозвезды Грейс Келли, погибшей в автокатастрофе. Недавно же до свадьбы по Монако поползли слухи, что невеста Шарлин Уитсток якобы пыталась бежать из страны, заподозрив своего жениха в измене. Впрочем, королевская семья отрицает правдивость этих слухов. Накануне перед венчанием пара заключила брак на гражданской церемонии в тронном зале княжеского дворца.